Шериф теперь полностью сконцентрируется на национальном чемпионате. Уже в это воскресенье команде Роберто Бардино предстоит важный матч в Тирасполе. В этом году награды молдавского чемпионата разыгрываются по новой схеме. Турнир проходит в два этапа. Шериф выиграл первый, но после сезонного перерыва все результаты обнуляются. И второй круг команды начинают с чистого листа. Всем им предстоит провести по 10 матчей, поэтому цена любой ошибки возрастает в разы. В это воскресенье, 19 марта, Шериф сыграет с Петрокубом в Тирасполе. Игра на малой арене начнется в 4 часа дня. Вход свободный. Первый матч этой весны против команды Бельцы Шериф выиграл. С победы стартовал и его соперник Петрокуб. Шериф и Петрокуб считаются главными конкурентами в борьбе за чемпионство.